Вот я легла вот так, я говорю, бейте меня, убивайте, но не дам. Вот легла вот так и лежала. Вот так 70-летняя Зинаида Матвеева спасала свою плиту от принудительного отключения. И дело не в долгах, а в странном решении газовщиков отключить от благ цивилизации всех жителей коммунального дома номер 38 по улице Пушкина. Частично миссия выполнена. Кроме одной плиты, все остальные теперь не работают. Как говорят местные жители, на этом коммунальщики обещали не останавливаться. Придут отрубать еще бойлер для нагрева воды и свет. Мы сейчас вот живем, как говорится, как в каменном веке, со свечками и кушать. У меня вот, например, малолетний ребенок, я мать-одиночка. Нам теперь как бы на улицу выходить, на костерке готовить. Таким карательным мерам предшествовала другая история. Неделю назад в этом доме 52-го года постройки началась обваливаться штукатурка, причем прямо на людей. Жители забили тревогу и, как итог, получили не помощь, а еще больше проблем. Дом буквально трещит по швам, а в домоуправляющей компании только и твердят, все ремонтировать должны сами жильцы. Но квитанции с суммами на капитальный ремонт от этого приходить не перестают. Декоративный ремонт в жилом помещении – это обязанность жителя, который проживает в нем. Домоуправляющая компания отвечает за состояние общедомового имущества. То есть в данном случае это перекрытие. Входили специалисты обслуживающей организации, провели обследование перекрытия, оно в удовлетворительном состоянии. Обрубать газ, по словам жителей, приходила целая делегация. Коммунальщики на пару с представителями администрации района. Никого даже не смутило, что в доме проживают немало детей. Сейчас жители просто не представляют, куда могут зайти в своих действиях ответственные лица. Осталось к списку мер ограничения добавить разве что заколоченную входную дверь. И будет неудивительно, если это произойдет. Сергей Щеплягин, Виталий Кудрявцев. Время новостей.